На рыбалке мы часто забываем, что мы еще находимся на природе. И мне очень интересно понаблюдать за ее красотой, особенно в период отсутствия клева. Именно с ней, с матушкой природой, ассоциируется у меня рыбалка. Ну и во вторую очередь, конечно, трофеи. И они сегодня будут. Хочу добавить, рыбалка для меня – это всегда загадка, которую хочется разгадать. Это озеро очень загадочное и трудовое. В нем есть и огромные карпы до 20 кг, и трофейные щуки, и мясистый линь, и окуня до 1 кг. Но беда этого озера – это общая беда всех озер, и ее название – сети. Озеро стоит на берегу крупной деревни, и местные рыбу просто вычерпывают круглогодично сетями. Второй проблемой озера является то, что карп в нем не размножается. Видимо, климат карпу не совсем подходит для размножения, поэтому их осталось очень мало. И в этом озере тоже. Все карпы в этом озере одного возраста, и их габариты 15-20 кг. Ну что, утро показало, что озеро действительно непростое, и поймать рыбу, кроме окуней, крайне сложно. Если к окуню я быстро подобрал ключик, и он активно ловился вот на эту блесну, то с другой рыбой было все намного сложнее. Кстати, берега озера покрыты разной травяной растительностью, и окуня там поймать на блесну и разные резинки оказалось непросто. И вот в этом видео я вам покажу очень простой вариант, как сделать незацепляйку из твистера и джиг-головки. Чтобы поймать какую-то мирную рыбу, я понаблюдал за озером и увидел всплывающих улиток. На озере активно орудовали злодеи-оводы, летали стрекозы и много другой живности. Присутствие огромных карпов я не заметил. Ни всплесков воды, ни движения камыша, ни мути, ни перевернутых кувшинок. В общем, ничего, что могло бы как-то намекнуть на активность карпа. Вечером я решил попробовать ловить рыбу на оводов, так как червя и опарыша постоянно атаковала мелочь. И вот результат. Вечер наступил быстро. Стало понятно, что погода меняется. На второй день постоянно моросил дождик, и я не снимал саму рыбалку на видео. А жаль. А вот сейчас я покажу наш улов. Господа, разойдитесь, а то наш улов не видно. Вот этот монстр. Такой монстр, вот такие вот окуня. А вот сейчас покажу, как выглядит монстр с тетрапаком. Вот, как минимум 2,5 таких тетрапака. Красавец. Смотрите, какой глаз, прям как у меня глаз. Вот такой глаз у вас.